Приветствую вас, друзья! Наконец-то нам показали хотя бы несколько секунд грядущего 8 октября трейлера новых персонажей Mortal Kombat 11. Как нам уже подсказали датамайнеры, впереди нас ждет, скорее всего, Рейн, Милина и Рэмбо. Я думаю, что эпизод из трейлера будет демонстрировать нам как раз гостевого персонажа, которого сыграл Сильвестр Сталлоне – Рэмбо. На это указывают джунгли, по которым бежит напуганный Таркатан. Выглядит это примерно вот так. Это лишь мое мнение, а что думаете вы? Про какого персонажа рассказывает этот кусочек тизера? Пишите в комментариях ваше мнение, ну а мы все ждем полноценный трейлер. Подписывайся на канал и будь в курсе всех новостей Mortal Kombat.